Итак, всем привет. Я сейчас продемонстрирую, как у меня шумят опорные подшипники на автомобиле. Вот этой марки. Слышно уже, да? И пружины с ними вместе. Вот. Вот такой вот грохот. Сегодня еще влажная погода. Вообще в период дождей они потише скрипят. Но что-то сегодня они конкретно оказались смазываться дождем. И поэтому как бы вот скрипят уже достаточно нагло и сильно. А вообще я скажу проще. То, что опорные подшипники на Volkswagen Tiguan, в частности, расходный материал. Потому что их плохо делают. Распиздяйские относятся к сборке автомобилей на заводе. Туда попадает вода, вот этот подшипник. И, то есть, грубо говоря, последний раз по гарантии мне его меняли на пробеге в 50 тысяч километров. А уже вот этой весной, которая была, при пробеге 60, оба эти подшипника запели, короче, как иерихонские трубы. И, грубо говоря, сами видите, какой пробег. Да, я забил на это большой резиновый жирный шланг. И не обращая на это внимания, езжу. Просто вот сейчас уже в данный момент это все надоело. И как бы вот подумываю их поменять в ближайшее время. Вот, а так, в принципе, и менять эти опорники долбанные надо вместе с опорами передней стойки. Вот. Еще эти подшипники, которые я покупал, новые, совершенно другой фирмы. Не родные, не ваговские. Фирма Лимфердер, я брал подшипники и открыл, в них смазки практически нету. По-моему, болезнь у всех производителей подшипников такого, блин, рода, что туда не класть смазку. Туда пришлось нахерачивать, блядь, грамм, наверное, 50 смазки в оба подшипника. Ну, короче, как-то так. Вот. Так что вот. Всем пока. Спасибо. С вами был ваш мудрейший пастор.